Мої вітання глядачам 9 каналу. Сьогодні наш ефірний час присвячуємо одному питанню, а саме наближенню вступної кампанії до вишів. Зараз гаряча пора для випускників шкіл, вони проходять ЗНО, а далі не менш складний процес – обирати виш і майбутню спеціальність. На цю тему сьогодні будемо спілкуватися із гостем студії. У нас ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Микола Поляков. Добрий вечір нашому гостю. І я напомню нашим зрителям 370-31-01. Це прямой телефон студії. У нас є можливість приймати ваші дзвінки. Якщо у вас є питання гостю студії, пожалуйста, в течение ефіру ви можете нам дзвонити. Итак, давайте начнем именно с того вопроса, о котором я сказала. Вступительная кампания уже практически на носу. Давайте о правилах этого года. Правила приема практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Есть некоторые уточнения, некоторая редакция и снятие таких вопросов, которые они читались, но не были прописаны. Вот, значит, с 1 июля начинается прием документов в Днепропетровский университет, другие высшие учебные заведения по 31 июля. В течение месяца абитуриенты могут сдать, у них есть такое прописанное в правилах приема правило, в 5 высших учебных заведений и в каждом учебном заведении на 3 специальности. То есть всего 15 возможностей абитуриенты могут себе выбрать. И, значит, вне зависимости от того, когда они сдадут, либо 1, 2 июля, либо 31 июля, значит, все-таки их место в рейтинге в общем будет складываться из баллов сертификатов независимого тестирования и среднего балла аттестата в любое время. Первое число, второе, это ужасные дни для родителей, для абитуриентов. Они вот думая, что все бросаются в первые дни. Да, первый день надо сдать, лучше во второй. Ну, и мы всегда работаем до тех пор, пока есть очередь, значит, заканчивается. Это не стоит делать. Есть возможность сдать, как и прошлые два года, сдать не только особисто эти документы, но и сдать их по электронной почте. Все документы проходят потом, значит, такую проверку в едином центре, который в Министерстве образования есть. И всегда потом происходит в течение 1-2 дней допуск к экзаменам, допуск к участию в рейтинге. Давайте сразу уточним, разницы между электронной сдачей и сдачей личных документов никакой нет. Ни на что не влияет. Вот в прошлом году мы, значит, 25 тысяч желающих было поступить в Днепропетровский университет. 19 тысяч они изъявили желание поступить, значит, придя в университет, в приемную комиссию. Лично, вот, да? Лично, да. А, значит, 6 тысяч подали документы в электронной форме. Я хотел бы, Леночка, вот, подчеркнуть для всех, что 1 июля заканчивается для всех подача документов, кроме некоторых категорий. У нас есть специальность образотворчее мастерство и дизайн. 1 июля начинается. Специальности образотворчее мастерство и дизайн, и специальность журналистика на факультете систем и засобів массовой информации, коммуникации, так там треба проходити творчі конкурси. І, значить, додавати до своїх суми, своїх сертифікатів і середнього балу результати творчого конкурсу. Це теж в цей період з 1 по 31? З 1 документи приймаються июля по 20 июля, щоб набрати же, провести в університеті ці творчі конкурси. По журналистике, повторяю, образотворчему мастерству и дизайну. Есть еще вступительные экзамены обязательно для тех, кто поступает после колледжа, вот на второй ускоренный курс обучения, они тоже сдают экзамен. У них тоже прием документов, которые претендуют до 20 июля, для того, чтобы успеть к 31 числу сдать эти
творческие конкурсы. Теперь особенное внимание. 1 августа мы до 12 часов, все высшие учебные заведения должны вывесить списки абитуриентов, которых мы рекомендуем к зачислению. И здесь важно принести вот в этот срок, по электронной форме уже не получится, непосредственно, лично всем, кто оригиналы. Если сдал он 15 специальностей и смотрит, что прошел он на специальности, вот на такую-то рекомендован он в первом, и это хорошо, если в списке 21 августа до 12 часов будут все места госзаказа заполнены, все. Ну, такого не бывает, да, обычно, не бывает. Наверное, чтобы все кто-то изъявил желание поступать в другой вуз, и мы обязаны отдать. Конечно же, если у нас сертификаты, тот парень, который требует эти сертификаты, или девочка, требует сертификаты. И таких, значит, заходов три. Три волны. Три волны. И 11 числа приказ августа на зачисление по державному замовлению. И лишь после зачисления, после державного замолвания, начинаются свои волны и свои рекомендации для зачисления на позабюджетные места, так на контракт. Лишь после того, как вышел приказ о державном замолвании. В общем, все лето вы будете держать в напряжении. И нас, абитуриентов, и родителей. И нас тоже. И вам тоже, да. Много работы. Давайте немножко сейчас остановимся, да, я думаю, что вернемся к этой теме. Есть звонок телефонный у нас с вопросом. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы задать уважаемому ректору два вопроса. Осталась ли у нас заочная форма обучения? И можно ли сдать экзамены экстерном. Меня зовут Валерий. Где живет? Спасибо. Зовут Валерий. Если осталась ли заочная форма обучения, да. Значит, Валерий, я скажу вам так. В прошлом году у нас было, значит, державное замовление 1500-1700. Это огромное число, действительно. И 200 мест на заочную форму обучения, не из них, кроме этого. Значит, и вот такая была сумма, такая была цифра в прошлом году. В этом году мы будем иметь заказ государственный чуть попозже. Изменилась форма определение державного замолвания через контрактную форму. Мы подали свои предложения, и министерство, комиссии специальные выделяют тому или другому университету державное замолвание. А вот когда будут известны эти цифры? Вот я готовилась очень, немного. Да, очень надеемся на середину июня. 20 числа июня. Вот тогда будет определенность. Лицензия есть, а вот какая часть из них державное замолвание, вот это вот. Ну, то есть это вы будете знать 20 июня, это и вуз, все абитуриенты. И абитуриенты уже тоже вот будут. Вот вы мне показали, Леночка, вот эту распечатку из сайта университета. Да. Там все написано, какая лицензия, какие специальности. Количество мест написано, термины. Цифры, количество не проставлены, потому что нет еще решения министерства и других министерств. Вот, по согласованию с другими министерствами не назначена еще вот эта цифра. Теперь форма обучения экстернат. У нас есть несколько форм обучения, и дневная, и вечерняя, и заочная формы обучения. В экстернате учиться можно по согласованию с министерством. Вот у нас сегодня учится по форме экстернат один человек, у которого действительно есть веские такие, когда министерство погоджует и разрешает нам обучение по форме экстернатной. Должно быть такое вот условие. Еще я хотел бы, пока вопросы другие будут, сказать, что в университете замечательное количество мест. И палитра такая прямо. 67 напрямив бакалавра, 85 магистра, 80 специалиста. Вот столько у нас возможностей абитуриентам выбрать по душе.
Всего три можно выбирать из них, но это несправедливо. Ну, справедливо. По отношению к вашему вузу это несправедливо. Вы знаете, несколько лет назад было соревнование. Я сдал 65 мест свои, значит, документы, копии, а я в 66. Вот это была чепуха. А все-таки сейчас 15 такая, ну, выважена цифра. 15 вузов, если это местное поступление, у нас, в общем-то, и не набирается. Да, чтобы так. То есть, ну, если к нам же приходят, слава богу, города, не только регион, но и приходят и другие, потому что если считать, что вот университет 1700 дерзамовлення и 200 еще плюс заочников, как было в прошлые годы, вот, то, а выпускные экзамены у нас проходят, вернее, заочно, незалежное тестование проходит всего 22 тысячи выпускников этого года. Но поступают нам и выпускники прошлых лет. Конечно, да, и колледжи. И сертификаты, они учитываются 8-го года, 9-го года, 10-го, 11-го, ну и 13-го года. Мы каждый год новые специальности открываем. Где-то за 10 лет открыто 30 новых направлений подготовки. Ну, я знаю, что в этом году тоже есть новые. Есть. Да? Давайте расскажем. Расскажу. Биотехнологии, бакалаврская специальность. Специальности специалиста – это география и туризм. Вот. И магистра. Специальность география и туризм. И специальность магистерская, только магистерская, медиа-телекоммуникации. Вот, это очень интересная специальность. Для коллег. Для коллег, да. Ну, ждем вопросы, или я могу продолжать? Можно продолжать, если это по специальностям новым все, да? Вот такие новые. Вот эти три новые специальности по бакалавру, это биотехнологии. По специалистам и магистрам география и туризм. Кстати, это очень новая, интересная специальность. Европародил, да, наверное? Да, да. Я хочу вернуться вот все-таки к вопросу по волнам поступления. Вы сказали, что первую волну вуз рекомендует, ну, мы сейчас говорим о вашем вузе, да, рекомендует к поступлению, да, также происходит и во вторую, и в третью волну, то есть опять-таки вы рекомендуете следующих по списку, да? Мы должны, как я уже говорил, все вузы до 11-го приказ о зачислении. Итак, абитуриенты выстроены все в рейтинг со своими баллами. У нас есть определенность лицензия, у нас есть определенность держзамовлення. И 12.00 1 августа мы вывешиваем списки рекомендованных к зачислению. И вот еще раз повторяю, для всех очень важно обязательно принести, не по электронной почте, а лично принести, забрать сертификаты из других вузов и принести в тот выбранный себе вуз. И никто не имеет права отказать в этом. И лишь первая волна принесла 100% результат. Все рекомендованные принесли. На этом мы можем начинать после этого кампанию, связанную с позабюджетом. А есть ли какие-то преимущества у тех, кто принес оригинал сразу? Да, вот, никаких. То есть это не влияет, да, если копия или оригинал? С 1 числа, с 12 часов, 4 дня дается для того, чтобы либо принести, либо не принести. Принести и быть зачисленным, либо не принести и утратить право, то есть, извините, вылететь из этого списка рекомендованных. Наступает дырочка. И мы следующих рекомендованных, которые... По списку поднимаете, да? Да, опускаем. Мы опускаем. Опускаем эту, значит, планку, опускаем. И теперь следующих два дня, которые новые рекомендованные, должны заполнить вот эти вакансии. Если 25-й, например, приносит раньше, чем 15-й во вторую волну, он имеет преимущество? Нет, преимущество имеют все, которые, значит, рекомендованы, раз.
Это вот. Первое, да. И первое, и которые принесли вовремя сертификаты, а их отличает балл. По количеству баллов. По количеству баллов. Мы можем с вами говорить о каком-то минимальном количестве баллов, которые проходными, да, были, например, в прошлом году? Могу я сказать об этом, значит, такой интересный вопрос. Ну, вы себе представьте, 1500 или 1700 держбюджетных мест и больше 3,5 у нас лицензия. Больше 3,5. На некоторых специальностях по прошлому году вот, было у нас конкурс не только среди госбюджета, но и среди тех, кто претендует на лицензионные места. Uh-huh. А на некоторых были, ну, трудно заполнялись, хотя первое впечатление 7 человек на место на технических специальностях. Вроде бы приличный конкурс, 7 человек. Но некоторые выбрали один институт, мы им отдали документы. Пожалуйста, вы выбрали политех, вы выбрали Харьковский авиационный. Ну что ж, вам. Здесь мы не имеем права, есть желание абитуриента, и, возможно, где-то он там в другом городе, в другом вузе, тоже рекомендован. Mm-hmm. Вот он должен выбрать. Ну и, конечно, места, которых выделили в прошлом году на рекламу, на пиар, вот. Значит, держбюджет у нас, мы заполнили всю лицензию, но держбюджет у нас был 5 мест на рекламу. Заполнили все 60 лицензованных мест. Заполнили все. Но представьте, в самом начале конкурс 60 человек на место. Это сложно. Конечно, 60. Да. А вот вы сказали, что количество бюджетных мест пока неизвестно, но ВУЗ рекомендовал, да, к рассмотрению какие-то свои заявки. Мы подали заявки, мы для заключения с нами контракта, новая форма с этого года. Обычно как было? Мы заказывали, ну и потом из некоторых соображений государственных нам выделялось меньшее или большее число мест. Uh-huh. Вот. А теперь заключает ВУЗ контракт, мы свои предложения на контракт и подали на неделю назад. Ждем результат. Ждем решения. Ваши предложения отличаются от количества прошлогоднего? Нет, они такие же, как в прошлом году. Плюс еще новые специальности, которых мы все-таки же открываем в этом году. Биотехнологии. Интересная специальность. И, конечно же, вот, у нас в этом году второй год начнется поступление на бакалавр на такую замечательную специальность, как туризм. Второй год будет у нас на лабораторную диагностику магистратура продолжаться, лабораторная диагностика. В прошлом году мы были в десятке тех, кто наибольшее число мест, не мест, а заявлений от Римов. Седьмое место занимали на Украине, и 25 тысяч, это очень прилично, заявлений. Была такая информация по Украине, данные о том, что в этом году якобы количество бюджетных мест на специальности, связанные с экономикой, правоведением, они вот как-то будут снижены, а в связи с нехваткой инженерных кадров, например, в Украине, да, вот на эти специальности будут увеличиваться. Об этом всегда говорится, но вот начиная с прошлого года, я помню очень так четко это все дело, действительно, на технические специальности были, значит, увеличены планы набора во всех вузах. А на те специальности, которые должны готовить профильные вузы, исходя из потребностей региона. Вот. Но нельзя, чтобы были у нас все экономисты, а кто-то же должен заниматься технологиями. Ну, есть ответ вообще на подобное регулирование министерства? То есть действительно оно, ли идут оно больше на технические? В различных. Действительно, если влияет, мы в прошлые годы имели небольшой спад по этим вещам, но в прошлом году 7 человек на одно место заявлений, все-таки это увеличение спроса. Угу. Это связано не только с потребностями державы и здоровым глуздом, так? Но и с тем, что, значит, эти долгосрочные договора, которые мы имеем после распределения, после вузов все больше предприятий, значит, мы имеем с ними договора, когда мы готовим непосредственно для производства. То есть все-таки считаете, что экономистов уже много? Я тоже так думаю, да. Их нужно иметь высококлассных специалистов, экономистов. Ну а вот информация о том, что в Украине сегодня топ-менеджеров колоссально не хватает, недавно была.
То есть все-таки же... Я думаю, там и регион, ведь мы должны обязательно согласовывать свои предложения по набору с державной администрацией, есть определенная схема по этому поводу, которая, значит, считает или уважает действительно, что для региона, и это очень правильная такая союз и высшей школы, и власти, когда определяется вместе потребность тех специалистов, которые нужны сегодня региону. Учителя, они безусловно нужны. И мы имеем такие договора со школами, с областным управлением освиты Днепропетровской и городским управлением о том, что и в те районы, и в города региона нужны учителя математики, физики, химики, много потребностей. Да, так я вот про физтех скажу. Выпускники где-то 85% физико-технического института и некоторые специальности другие, такие похожие специальности, они действительно составляют где-то основу тех, которые приходят на завод, на ЮМЗ, на ФКБ Южное. Вот, и я хотел бы вместе порадоваться, что там целые династии уже есть. И дедушка когда-то закончил физтех, и сейчас заканчивает отец, так, а сын поступает, или как. Там, это очень приятная династия. Даст Бог, это принесет хорошие плоды. Так бы по всем специальностям было бы. Давайте послушаем звонок телефонный с вопросом. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я хочу вас всех прежде всего поздравить с праздником сегодня, Вознесения. Спасибо. И у меня такой к вам вопрос. По поводу специальности география и туризм. Играет ли роль возрастной ценз? И какие нужны документы? И есть ли заочное отделение? И стоимость уже определена или еще нет? Спасибо. Я расскажу. Есть специальность у нас просто туризм. Он на кафедре, на факультете международной экономики, так? Есть замечательные специальности международные отношения, экономика, международные экономические отношения, менеджмент внешнеэкономической деятельности. Его добавилось, и второй год будет набираться специальность туризм. И вы знаете, это второй год всего. Никакого возрастного ценза нет. Вот, это не прописано в правилах. Помните, раньше в правилах писали на дневное только те, которого возраст только такой. Сейчас никаких... Сегодня можно в любом возрасте учиться на дневном отделении. И нужно учиться. Вы знаете, есть несколько примеров, вот у нас примеров, когда на дневном отделении учатся молодые люди и учатся бабушка. Действительно, она 60 с чем-то, 5 лет. Вот, решила тоже, сдала незалежное тестование и учится. Да, и учится, и ее, значит, как-то называют вообще-то, с уважением относятся к этому. Есть еще вот по специальности, было там вопрос по экономическому. Я уже сказал, что в этом году есть специальность открыта, значит, для специалистов и магистров, открыта специальность... география и туризм. И для магистров открыта тоже такая же специальность. Вот. И так мы имеем набор на туризм на первый и второй курс дневного, и на бакалавра, и на специалиста география и туризм, и на магистра география и туризм. И еще спрашивала зрительница, есть ли заочная на эту специальность. А вот я и говорю, что... Значит, поэтому нету заочной формы обучения, есть только, значит, у нас такие возможности. Но кроме вот этих возможностей, у нас есть замечательный центр, во-первых, довузовской подготовки и центр последипломного образования. И в этом центре последипломного образования мы производим переподготовку тех, кто, значит, хотел бы получить квалификацию еще экскурсовод, специалист по туризму. Вот там формы обучения, значит, заочная есть и вечерняя форма обучения. Кстати, Это платно, потому что те, кто имеет высшее образование после диплома,
всегда второе образование после диплома первого. Информация о стоимости на сайтах, На сайтах университета, да. Кстати, я подписывал недавно решение приемной комиссии о том, что замечательная специальность медиа-телекоммуникации на магистра, вот, ну, стоимость там, я вспоминаю, 12 тысяч в год. Ну, вот такой вопрос. Мы с вами поговорили о том, что вот, куются кадры в вашем вузе для Украины, для области нашей, да, и династии там появляются. Но есть и очень хорошие условия, я знаю об этом в университете, для зарубежного продолжения получения образования. Мне, да, очень приятно отвечать на этот вопрос. Ну, вот смотрите, получается, какой момент. Да? С одной стороны, для себя куем, а с другой стороны-то, ну, не худшие же уезжают за границу. Есть 50 стран в мире, которые с удовольствием называют Днепропетровский национальный университет своей альма-матер. То есть из 50 стран они приехали, получили образование и поехали домой вот, получать, работать. И всегда вспоминают, и всегда пишут своим учителям. Вот, и они становятся там руководителями производства. Вот за последнее время, значит, я хотел бы отметить вот такую у нас форму. Это очень интересно, приезжают из других стран. Вот договор с Бразилией мы имеем, с бразильскими университетами. И к нам приезжают каждый семестр по 10 магистров из Бразилии, которые переходят переподготовку у нас и в КБЮ, и в Южном машиностроительном заводе, возвращаются магистрами украинскими к себе в Бразилию, так, и они, значит, там приносят местному договору о строительстве известного космодрома и программе, которая между Украиной и Бразилией заключена, приносят пользу. И всегда нам интересно, когда они возвращаются на следующую подготовку на завод или в КБ и приходят в свою альма-матер и говорят не только на португальском, не только на английском, но и на русском, украинском языках. Это всегда очень приятно. Вот. А для студентов, которые бакалаврат оканчивают, я знаю, что очень много возможностей есть продолжать по различным программам, да, обучение за рубежом. У меня так точно. Стажироваться. У меня такой возможности точно не было. У вас, может быть, было по возрасту. У нас тоже не было. Да. Так вот, есть такая возможность. Второе образование параллельное. Вы учитесь в бакалаврате и хотите стать великим юристом. Обязательно великим, да. Да, отлично. Вы возможность имеете после третьего курса юристов, некоторые, значит, и после второго, почему некоторые, в зависимости от специальностей, разные, некоторые предметы перезачитываются, и параллельное идет обучение на основном на юристов, у юристов, и здесь либо психология на факультете так называемых, да, в центре подготовки дистанционной, заочной и вечерней освиты, идет параллельная подготовка по второму образованию: журналист, психолог, так, компьютерщик. Вот. Это одна возможность параллельные две ветви освоить. И вторая очень интересная. У нас никогда такого не было, такой возможности. Вот когда я учился в эти годы, сейчас мы выполняем различные программы, значит, по международному сотрудничеству, Tempus и Erasmus Mundus. Erasmus Mundus – это программа, которая позволяет, значит, закончил бакалаврат или еще во время обучения в бакалаврате по программе Erasmus Mundus, которая включает в себя 10 украинских университетов и 10 университетов зарубежных, западных университетов, параллельно учиться и в западном вузе. Каким образом? Устанавливается специально решением, значит, индивидуальный план и некоторые специальности, которые мы здесь, значит, даем,
некоторые предметы засчитываются и нашими партнерами. И наоборот, специальности, которые получает наш абитуриент в зарубежном университете, могут засчитываться здесь и засчитывается в нашем университете. Вот так идет параллельное обучение. Вот. И что интересно, значит, вот тогда и получается, надо различать, что такое значит, диплом двойной. И что такое два диплома? Да. Вот, два диплома – это и есть два диплома. А и у нас есть вот такие в Германии связи, Италия и Франция, Испания. Угу. Два диплома при параллельном, при обучении. А двойной диплом есть общий, у нас тоже есть такие примеры. Двойной диплом – это когда два университета, украинский, Днепропетровский национальный и тот же французский МЭН, вот, он, значит, один диплом, одна, значит, специальность, одна специальность и один план, вот, и, ну, учебный план. Один диплом выдается двумя вузами. Есть еще мобильность студентов. Третий интересный вопрос. Это вопрос, допустим, наш бакалавр. Он имеет возможность... Магистратуру там. Магистратуру, значит, там проходить. Тем более, что держава на технические специальности, на IP-технологии она выделяет. И третий год... финансирует государство все-таки вот эти программы и университеты Англии, университеты Европы, другие, Италия, Франция. Есть тоже таких много замечательных возможностей. Очень много вопросов. Я думаю, что это не единственный раз мы с вами увидимся в эту горячую пору в этой студии. К сожалению, время наше заканчивается. Я не могу не спросить вас, возможно, вы что-то посоветуете, да, сейчас людям, которые будут делать выбор, да, и как его сделать правильно, как быть спокойным. Я посоветую, да? Понимаете, друзья, молодые коллеги, абитуриенты, я так понимаю, будущие студенты, ну, я буду скромен, одного из вузов Днепропетровщины, вот, значит, вы давно уже выбрали, вы давно уже наметилась у вас какая-то мечта. Мне хотелось бы, чтобы вы не бросались из стороны в сторону, туда пройду, туда не пройду. Все-таки себе помогли и осуществили свою мечту. Поэтому я желаю вам удачи. Я желаю вам, во-первых, после успешного окончания школы сдать успешно экзамены незалежного тестования, выбрать те вузы, которые вы наметили. Здесь удача. Я хочу, чтобы вы порадовали, определили свою судьбу своим выбором и могли начать порадовать себя, свою семью, своих родителей, могли порадовать вот с таким удачей. Спасибо. Я присоединюсь к вашим пожеланиям. Действительно, это очень важно. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я думаю, что будем узнавать новости от вас еще и в ходе вступительной кампании, да, непосредственно. На сегодня все. Спасибо. Спасибо. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, гостем студії сьогодні був ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Микола Поляков. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі і до побачення.